down the hall. Ever since he moved in tall. Улыбаемся и Маша. Мы сегодня съемку решили сделать с яблони. Вон она у нас цветет. Красиво. Конечно, погода сегодня не ахти. Ветер дует. Но, блин, красота требует жертв. Раздеваемся и фоткаемся в платье. Кто раздевается, кто нет. Я не раздевалась, я в пальто фоткалась. Ну-ка, покажи свои джинсы. Я знаю, что тут джинса. Вот так вот мы сегодня, 14 мая, мы в джинсах и платьях и пальто. А что мы делаем? Греемся, видишь, пельминчики. Я вообще что здесь делаю? Мы здесь вот фотографируемся, у нас сегодня дни. Фотосессия. А потом что будем делать? Потом пойдем кушать. Пойдем кушать, да. День рождения у меня. Решили пофоткаться, а потом пойдем. Не, на самом деле день рождения было вчера. Поздравляю сегодня. Настюха! Холодно было, нет? Было прохладно, скажем так. Но потом я привыкла, уже не так холодно. Клево. Давай, как, Наташа, впечатление о съемках? И все? Круто. Ну, еще только начало. Подождем окончания. Да, я думаю, у нас получится клево фотки, да? Наверное. Ну, потом я выложу попозже фотки, как у нас там все получилось. Так что ждите. Thank you.